Как создать Smart Wallet? Скачайте приложение Smart Wallet в магазине приложений. Запустите кошелек и выберите язык. Нажмите на кнопку «Создать кошелек». Smart Wallet предложит вам две опции – базовую защиту и защиту пасс-фразой. Давайте выберем базовую защиту. При выборе «Базовая защита» Smart Wallet моментально создаст вам новый кошелек. После этого вам нужно будет сохранить вашу мнемоническую фразу для восстановления доступа к кошельку. Для этого нажмите на сообщение с текстом. Нужно резервное копирование на главном экране. Откроется экран с вашей мнемонической фразой. Чтобы прочитать слова, нажмите и зажмите кнопку с текстом. Нажмите и удерживайте, чтобы увидеть мнемоническую фразу. Запишите вашу мнемоническую фразу на листок бумаги, чтобы не потерять. После того, как вы запишете вашу мнемоническую фразу, нажмите «Далее». Далее кошелек попросит вас в правильном порядке выбрать все слова из мнемонической фразы. Сделайте это и нажмите «Далее». Если вы все сделали правильно, то увидите сообщение о том, что кошелек был успешно создан. После создания кошелька его нужно активировать. Для этого достаточно отправить 50 смарт на кошелек. Данная сумма является необходимым несгораемым балансом для функционирования Smart Wallet. Желаем приятной работы!